Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня будем играть на боксере Брюсе. Посмотрите, какой модный боксер, а? Жесткий, да? Дался вот эта поза, короче. И, в общем, сегодня будем делать отбивные с наших противников. В легком режиме это будет, наверное, вообще интересно, потому что я там еще как бы квестик убить двух врагов в кустарнике, поэтому сегодня будет кустарный геймплей такой, знаете. Зашел в кусты, всех победил. Ну, конечно, я знаю, как это будет, в принципе. Зашел в кусты, пришли 15 уровней, и все, и нету Брюса кустарника. Ну, наверное, будет так же. Хотя сегодня уже вроде бы как у нас четверг. Думаю, немножко 15 уровней уже убежало. С рейтингов 1000. У меня, кстати, Брюс сейчас на 1000. Да, я последнюю неделю что-то тяжко набивается рейтинг. Устал я от постоянного этого набития рейтинга. Не так оно интересно, на самом деле, как вот просто играть в зуб и наслаждаться этим. Наслаждаться. Ох уж это сарказм, да. Ладно. Погнали в кусты. Ни ботов, никого нет. Я, кстати, не глянул, где легендарный бот был, опять же, забыл про это. Ну, ё-моё. Бот убил Дону, понимаю. О, Джейд убивает легендарного бота, убивает Никса, это плохо. И Джейд убивает... Они что, там где-то дерутся, или что? Вот как всегда, вот мне не противно место, расположение. Гляньте, у них там замес, короче, на легендарном боте. Просто жесть. В итоге жираф всех победил. Это эпично. Эпично, потому что я без аптечек, у меня ничего нету. Вижу здесь кенгуру, подождем. Ну вот как мне с кенгуру драться, а? Вот как мне драться с кенгуру? Это просто капец какой-то. Это просто капец. Ну, тупо шансов нету. Я, кстати, не взял нужные артефакты для этого режима. Ну, соло-режима, да? Для легких боев. Нужно было брать косточку. Я, наверное, за бой вампира сейчас сижу. Ник, кстати, подбирает легендарный дробовик. Ну, жирафу, да, было сложно подбрать. Но жираф его наказывает. А-а-а, жираф, походу, там где-то вот тут. Вот, походу, легендарный бот где-то в кустах нижних. В общем, побежали, в общем. Побегу я сейчас через эти кусты, потому что хоть какое-то новое ускорение нужно брать. Хотя бы какой-то. А то мне вообще тяжело будет. Так, тут орел что-то выделывается. Сейчас подойдет, умрет. Блин, сложно с кенгуру отыгрывать. На слишком дистанции неподходящая. Ага, сейчас. Просто... Так, я с этой стороны гранатами сейчас играю. В принципе, жираф мне ничего сделать не сможет. Минус жираф, тот, который, кстати, побеждал этих щеликов, да? Была бы у меня сейчас коточка, я бы сейчас отхилялся. О, мана. О, май. О, май. А я везучий. А я везучий. Завязал аптечку, короче. Ну, шансов все равно нету. Так, берем аптечку. Быренько, 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 давай, Брюсик, давай, давай, поднажми. Ути мой хороший, молодец. И вперед на кенгуру. Фу, вон он в бочке сидит. Просто, короче, я его буду встречать вот здесь. И чё? И чё? И чё? Что это за бред? Вы видели, куда мне дробовик стрельнул? Вы видели, куда у меня стрельнул дробовик? Лол, просто впритул в него не мог, не попал дробовиком. Вот это, понимаю, хорошая игра. Ладно, победка есть победка. Повезло, что кенгуру залагал, или не знаю, что там с ним случилось. Но изи победа. Убейте одного, еще одного врага в кустарнике нужно убить. И все будет хорошо. Так, сейчас сетап я только сменю немножко. Хотя, что здесь вот, идеальный же сетап, а? Давайте оставим, пофиг, пофиг. Ну, конечно, можно было вместо тройных гранат взять еще косточку, но ладно, не будем. Тройные гранаты реально себя хорошо показывают против ближников. Они очень много дают дополнительного урона. Ну и против дальников тоже, кстати. Так, я сейчас пойду в кустарник к акуле. Только надо сначала хотя бы какой-нибудь дроп взять. Ну, я, конечно, и так могу акулу, в принципе, вынести, да? Но не все так просто, как хотелось бы. Так. Пойдем возьмем хотя бы какую-нибудь гранатку и хотя бы какой-нибудь дробовичок он снизу. И можно будет уже выезжать за акулкой. Фу. Надеюсь, акула там не 12-я. И не 11-я. Максимум это 10-я смогу вынести.
Чекайте, минус... О, боже, чего у них там творится? Наверное, опять за легендарного бота дерутся. Акулька, ты где? Ты где, мой... Ты как туда уже добрался, лол? Да. И умер. Вот это понимаю. Сами себя убивают за этого легендарного бота. Хорошо, хотя туда не пошел. А то сейчас тоже подкинулся. Зато и он почти... Нет, стоп, это другой акул умер. Там, походу, было несколько акулов. Блин, кого ж мне в кустарнике убивать-то, а? Кстати, видите, опять какие-то проблемы с соединением, но это не у меня. Это уже на сервере, походу. Не тащит игра в последнее время что-то у нас. Хотя вот наладилось как бы. Но все равно, не очень приятно. Такс. Ну чё, где наши противнички, а? Хоть один в кустарнике, но умрите от меня, пожалуйста. Ну ради квестика, ради всего святого. Так, подождем. Наверное, сейчас попробую встретить кого-то с кустов. Ну, может, кто-то будет идти, типа такой. Сейчас я в кустики зайду, хорошо пройду, там сидел. Опа, акул. Идеально. Даже без гранаты убил. Надеюсь, квест не зачелся. Ну, я как бы в кустарнике был плюс-минус, да? Когда акула убивал гранаткой. Вроде бы. Кстати, посмотрите, какой обрюсь этот... Как это? Прическа топовая, да? Вот и я там же. Так, ладно, ну... Одна птичка есть, фулл хп, два золотых дропа. Если меня не пролагает, если все успею вовремя нажать, то можно победить. Главное, чтобы там не было каких-то там сверх жестких челиков. И у меня пинг бы не... Пинг бы был зелененький. Так, вижу противника. Давайте сейчас зайдем, чтобы он меня не видел, когда я вниз буду пробегать. Во, вот так вот. И пойдем сейчас на него. Ну, я в принципе думаю, что стоит сейчас прям пойти сразу. Как он видит меня? Ну давай, давай, покажи, что ты можешь, покажи. Ути какой опасный. Ути какой... Ну куда вы, дробовик, куда? Сейчас бы добил черепаху. Ну нет же. Как думаете, умру или нет? Боже. Черепах, да умри, ты уже задолбал меня. Ну серьезно, ну... Там еще, кстати, двое есть. Подождем. Я сразу юзну армор. Нет смысла его типа держать. Как-то маловато он давать стал. Или мне так кажется. Непонятно. Но я слышал, там вроде был хамелеон один. Вижу, там слева появился, да? Кто это? Стоп, кто это был? Алло. Странные, странные. Челики. Ну, вроде бы один хамелеон из них. Но это не точно. Я буду ждать... А, нет, один Никс и второй акул. Окей, просто ждем. Да умери ты, акул! А, все, Никс что-то АФК. Походу, его сервера больше уничтожают, чем меня. Ну, походу, у него тоже лагает жестко, но у меня как-то еще плюс-минус, а у него, походу, вообще там проблемы проблемные. Ну что, опять какой-то второй топ-1 подряд, ни о чемный на самом деле. Не такого я хотел, топ-1. Ну, квест выполнил, ладно. Простим. Ну, серьезно, ну, какая-то фигня происходит. На самом деле. Так, ну, что, соло-бой, погнали, еще один. Надеюсь, в этот раз зайдет нормальная катка. Ну, я просто вот хочу... О, погнали с легендарным ботом, погнали. Экшон, а? Чё, сможем? Смогём? Бах! Просто бах сделал. Ля какой. Ты чё, детский, а? Пол хп у челика нету, а он детский такой. Ну давай, вперед. Просто. Сверхразум, чё я могу сказать. Ладно. Что такое? А вот легендарный бот. А у меня фулл дроп. Опа, чё? Так, и идем брать дробовичок, а потом снова на бота. Ух, хорошо, хоть не достал ты меня. Вот мне кажется, чем вы типа добиваете бота, то с него и выпадет. Но это не точно. Надо это проверить будет как-нибудь. Ну вот видите, сейчас я добил дробовиком, выпал с него дробовик. Если бы я добил гранаты, наверное, выпала граната. Мне, в принципе, что дробовик, что граната, в принципе, ну, одну из двух этих артефактов я одобряю на брюсе.
Ну, наверное, дробовик получше все-таки. Как бы его один раз нажал, и перед тобой такой огромный такой полукруг, да, радиусом таким жестким, который позволяет тебе шотнуть, ну, противника. А граната, ну, все-таки, граната тоже хороша, не поспоришь. Поэтому сложно, на самом деле, выбрать. Такс, что, где наши противники? Я опять в кустарнике здесь торчу, ну, бочки разбиваю, потому что, как вы видели, многие играют с инструментом, я еще не пробовал. У меня еще инструменты шестые только. Думаю по поводу того, чтобы прокачать на 7 уровень, ну, когда выпаду, да? Но это еще время и время. Вроде бы артефакт неплохой, но такой, по сути, бесполезный. Эти бочки, которые в инвентаре держишь. Ой-ой-ой, какие призы на пустом месте. Ля-ля-ля, просто. В нулину, да? Нормально. Такс. Погнали искать противника, короче. А то что-то скучно. Ну, я не хочу выходить из кустов, я потеряю преимущество. Если какой-то там будет Мило, Луи, пингвин, там, жираф, ну... Они мне... О, пингвин! Только вспомнил, уже появился, да? А сейчас бы я вышел, он бы меня хрясь и... Поиграл бы я, короче. Возможно, я, конечно, его смог бы убить, но это не точно. Потому что пингвин мог уйти на воду, если он играет через трубку, то вообще ему вообще пофиг. Он ныряет, встает, стреляет, ныряет, встает. Ну, короче, вы понимаете, да? А если там пингвин с стальными гранатами и напалмом? Ну, это бы было мне габелоп сразу. Поэтому я веду себя более-менее аккуратно. Жду конца зоны. Еще противников в кустах, которые могли бы здесь где-то прятаться. Блин, проблема. Проблема, потому что, видите, сейчас будет фонтан. А у пингвина, если тройный гранат, то с напалмом, то это все. Это мне габелоп, потому что он кидает, и оно покрывает очень большую дистанцию. В отличие от моих гранат, да? И до пингвина добежать просто будет нереально. Хотя, если дотянуть прям зону до конца, как я сейчас это делаю, да? То есть я сейчас предлагаю дотянуть зону до конца. Не агриться сейчас с пингвином. Чтобы зона прям была впритык-притык, чтобы уже фонтан закрылся. И чтобы пингвин не мог никуда убежать. И тогда будет все хорошо. Итак, сейчас там остался пингвин. Здесь со мной стоит Джейд в кустах. И еще... Вон пингвин. Так, пингвина главное продамажить. Так, мы видели, дробовиком легендарно промахнулся, да? Красиво. Джейд добила Бака, походу. До того, как он побежал. А я уже добил Джейд. Ну, Бак, конечно, ну бас. Надо было убивать Джейд, а не меня. Ну, опять же, третий топ-1. Спокойно взял. Без каких-либо проблем. Это красиво. Это красиво. Брюс все-таки могет. Чисто за счет урона, за счет какой-то спокойной игры. Адекватной, да. Третий топ-1 подряд. Хотя были против меня 10-й жираф, если вы помните, да. И там, кто там еще там, кто-то был, да. Ну, в основном 9-й, конечно, были, но все равно. 10-й жираф тоже были и... Как бы, вот. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.